Так, иду по Октябрьской. Вышла с домика смотрового смотрителя. Прошла по мосту. Иду вот по Октябрьской улице. Октябрьская улица, 55. Что, грецкий орех растет? Точно? Хотел. Калининград превратился в юг. Здесь растет грецкий орех. Смотрите, сейчас я вам покажу его. Вот он. Реально посреди города растет грецкий орех. Будете еще не ходить, тюкнет по голове. Что вы думали? Чуть не зашиб, кстати, в газете читала, что это. Велодорожек в Калининграде очень мало, но практически минимум, да? Трамвайчики старинные ходят еще. 30 лет назад они ездили еще. Вот. И часто бывает, что зашибают на этих, на самокатах, на великах. Красиво отражается. Строят. Все, ну, это с той стороны рыбная деревня, туристический центр. Поэтому все строят. Ну, на набережной, там, на той стороне. А это что? Это строят или это? А, нет, по-моему, реставрируют. Или нет, строят. Это современный уже дом. Есть что-то охота уже. Читаю, все вкусное. Я бы какую-нибудь сейчас вкусную булку стрескала. А вон она, видно с той стороны, родная деревня. Этот дом, кстати, старый. Я не знаю. Наверняка. Крыша может быть только сделанная уже. Прикольно, смотрите, вот тут даже львы стоят, вот, сейчас покажу. Вон, видите, на парапетах. Ха, прикольно придумали, надо же, вот я заметила. Хотя я сюда архитектуру запоминаю. Ой, вижу. Шумя. Так, идем дальше. Куда я иду, непонятно вообще. Отель-мотель. А, ну вот, как раз вот брусь. Вон. Синагога. И строительство рьяное. А, ну правильно, вот он мостик рыбной деревни. Нащифутыч. Пройду здесь. Обойду весь Калининград пешком. Ну, по крайней мере, центральный участок точно ножками. Мне это очень все нравится. Прямо я кайфую. Кайфую. Ходить полезно ножками. Еще и до духовного, физического и душевного здоровья. Ну, по крайней мере, как я здесь. Привет. Здрасте.